Здравствуйте, дорогие покупатели! Многих интересует вопрос, что такое роспуск. Роспуск – это современная технология пассива. Это самая сложная, трудоемкая работа. Роспуск этот из цельных шкурки. Сначала шкурки фиксируем степлером. Потом идет шкура, специальная машина, которая отрезает на 6 мм. Потом идет специальная корняжная машина, и шьется ручная работа. Из-за этого шуба потом не меняется форма лекала или не деформируется. Роспуск – это самая ножкая теплая шуба. И роспуск – это настоящая греческая технология пассива. Спасибо.